все жители Приморья с 30 апреля должны носить маски в общественных местах. Обязательным становится и социальная дистанция в 1,5 метра. Патрулирование полиции с целью контроля за соблюдением этих предписаний усилится. Сотрудники органов внутренних дел в первую очередь нацелены на предупреждение о нарушении режима самоизоляции. Однако за повторное нарушение – штраф. Тут тоже старается в первый раз вынести больше предупреждения. Из числа рассмотренных материалов половина – это предупреждение, половина – это штраф, который составляет всего 1000 рублей. Но при этом хотел бы обратить внимание, что повторное привлечение к административной ответственности за указанную статью уже ужесточает санкции от 15 до 50 тысяч рублей. Все главы муниципалитетов в предстоящие выходные будут находиться на своих рабочих местах, чтобы лично обеспечить соблюдение мер санитарной безопасности в каждом районе Приморья. Поручаю главам муниципальных образований оставаться на своих рабочих местах все дни до 11 числа. В 10 утра мы будем проводить с вами, с главами муниципальных образований, ежедневную планерку. Мы также будем отчитываться ежедневно о количестве нарушений, выявленных в том или ином районе. Также губернатор призвал глав районов разработать план мер по постепенному выходу из режима самоизоляции. Необходимо приступить к проработке программы выхода из кризиса. Как это будем делать? Поэтапно. Как будут в последующем начинать работать торговые центры, другие предприятия, которые закрыты. При том, что режим самоизоляции, масочный режим, мы пока будем сохранять, пока не добьемся коренного перелома в этой ситуации. Важно, чтобы предстоящие выходные не привели к взрывному росту заболеваемости. Добиться этого можно только одним способом – соблюдать все правила самоизоляции. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом.